Младший лейтенант Вадим Абашин всего год служит инспектором ДПС. Вадим даже не представляет, кого он остановил накануне праздника дня рождения ГАИ. Здравствуйте, инспектор ГИБДД, младший лейтенант полиции Абашин. Документы ваши можно? Да, конечно. За рулем действительно известная в городе личность. Виктор Михайлович Никаноров 30 лет отслужил в Сызранской автоинспекции. И, похоже, на этот раз его снова узнали. Виктор Михайлович, поздравляю вас с профессиональным праздником. Счастливого пути. Всего доброго. До свидания. Это теперь он ветеран ГАИ в звании капитана, а когда-то на ярко-желтом мотоцикле работал старшиной дорожного надзора. Получить его было непросто. Служебного транспорта не хватало. И уже будучи на пенсии, Виктор Михайлович за 2 года сам собрал этот милицейский Урал. Точно такой, на котором работал. Это мой ветеран. Вместе с ним я начинал службу в ГАИ. В те годы было тяжело с транспортом. Приходилось выезжать на дорожно-транспортные происшествия на попутных транспортных средствах. Он вспоминает, за годы службы бывало всякое. И задержание преступников, и пострадавших в аварии доводилось выносить на руках. Вернее, на этих перчатках, называемых краги. У его любимого мотоцикла единственный недостаток – нет пассажирского места. Вместо заднего сиденья стояла рация. Так как это мотоцикл-одиночка, на нем установлены маленькие колеса на 18 дюймов, более мощный двигатель. Эти запчасти он искал по всей России. Труднее всего было найти раму и колеса. От обычного Урала они не подойдут. Такие патрульные мотоциклы специально делали для автоинспекции. Скоростной и маневренный. Его называли перехватчик. Сложность была в том, что трудно было найти сирену, которую мне достали ветераны. Вот несколько времени назад я только ее установил к празднику Дня ГАИ. Сегодня ему 56, и он вновь на железном коне. Виктор Михайлович вспомнил молодость и так разволновался, что забыл одеть шлем мотоциклиста. Но, говорят, в честь праздника сотрудники ГИБДД в Сызрани прощают водителям мелкие нарушения. Рассказать о замечательных людях можно по телефону 98 7171 для рубрики «Наши земляки».